Ну, вот твой шанс отомстить. Ты и твои воины будете жить так же, как и все! Аполлион обманула всех! Травила нас в войну! Зачем? Чтобы отсеять слабых. Валькала! Я клялась биться за мир, как и ты. Благодаря мне волки сожрут овец. Кем ты себя возомнила? Я вестник войны. Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Pro Games. И мы с вами продолжаем. Так, ну что у нас? Глава вторая. Викинги. Ответ на удар. Угу. Так, играть. Есть среди викингов те, кого благословили боги. Имя им Хольдар. Они рождены быть вождями. Сильные, храбрые, суровые. День смерти викинга определен судьбой. Они отвергли доспехи и страх. Да, вот это бычара. Так, Хольдар. Так, а история льда, а внешний вид можно здесь. Хольдар девушка. Так. А вот урожки маленькие. Их, ну, здесь у него больше рожек. Здесь девушка. Так, ну и кем порубиться-то? Так, рыцарем мы играли мужичком. Давайте здесь сыграем девушкой-викингом. Вот, например, вот такой, либо... Ну, это как-то не очень смотрится. Ну, это... Не, давайте вот это вот. Да, ну что, нормальная такая девица. Посмотрим, на что она способна. Так, выбираем. Так, что у нас там? Может, палаща взять? Так, палащ. Так, исцеление. Увеличение урона 15 секунд. И... На, добивающие удары. Так. Кремень. Парирование. Блин. Даже не знаю. Ладно, давайте разок возьмем. А там посмотрим. Ответный удар. Ух, как красиво-то, а. Это что, восход, закат? Ну, вроде закат. Так, подсказочки. Так, буду использовать элементы окружения. Ага. Что еще нам посоветуете? Да, ярость надо почаще использовать. Ну, так, кувырок, ворот. Дважды нажать. Так. Год назад пришла Аполлион. Люди голодают. Нападают на своих, как дикие звери. Он наживался на бедах своего народа. Рагнар был таким. Героев! И тогда я спустилась с гор. Пошла к сынам битвы, чтобы вернуть людям справедливость. Так, вот у нас, ну, пацанчики, постойте. На что Наполеон хотел, то и получилось, чтобы они друг друга тут порубили.
друг друга уничтожали, зайду там. Так, ну у нас свой клан есть, так. Все. Так, грозный над, но я что-то нажимал, что-то я как-то на посту ты. Там три раза нажимать подряд. Да вот. Что-то не про канал. А я правильно нажал? Да. Так, ну что, в бой? О, пожары. Надо сжечь ворота! И сейчас сожжем. Гори-гори, ясно. Осмелишься? Бабах! Прикольно. Ладно. Ну а что, девушка, уже прикольно играть. Она, можно сказать, более поворотливая, что ли. Берем еще бомбу. Кто у нас остался живых еще? Кто нанес удар по нам? Свои, блин, начинают тут буяние. Долгие годы мы считали, что викинги это просто легенда. Ворота! Жечь их! Да тут горит уже все. Забудка, нет? У меня другие ворота, значит, есть. Дай пройти. Долгие годы мы считали, что викинги это просто легенда. Древние властители Севера. Но однажды, много веков назад, они вернулись к нам. Они налетели. А, вот эти ворота же еще. Гори-гори, ясно. Разбежались. Что, не взял? А, все взял. Кто у нас тут? Все свои. Что, тебе плохо, да? А, можно было просто толкнуть тогда сжигать. Ясно. Можно что-нибудь еще поджечь? Так, все, сгорело. О, как паухает, а? А нужно мне было там сжигать-то, не откажется. Что-то там есть. О, мужики, налетайте. Ну и девушки тоже. Это нам нужно. Найдем остальное. Для людей. Они украли у людей еду. Мы пришли вернуть. Так, это у нас. Ага. Умри! Да нет, не хочу умирать. Так, можно наверх залезть, там что-то наверху да есть. Или можно разрушить. Ты что-то. Сейчас мы тебя будем выпуривать оттуда. Нет, не рушится, можешь поджечь. Залезть нельзя. Но с этой вышкой явно можно что-то сделать. Что вот это атака по области. Ну, руби. Ух ты, нормально нам топорик сверкает. Научим где-то. А я сожгу эту игрушку, блин. О, выкурил, блядь. Еще одна ушка. Гори-гори, ясно. Был бы милосерден. А, свой загорелся. Точнее, своя. В природе выживает сильнейший. Но в нашем мире часто бывает наоборот. Ну да. И я не намерена это терпеть. Так, поправим здоровье. Мелочь теперь тут бегает. Так, здесь еще... Что здесь?
Забираем. Охранять! Охранять. Никого не впускать. Так, вышка вот она. Ой. А, все, накапливается у нас. Привет, дровосек. И пока. Так, что здесь у нас? Мелочь, я успеваю удары наносить. Она то она мелочь. Шустрее нас будут. Так, здесь можно зайти. А, здесь нам нужно сжечь. Жим. Может, их мастерство ведения боя и уступает нашим. Но викинги весьма способны. Может, их мастерство ведения боя и уступает. Так, ну тут я так сожгу. Но викинги весьма способны, народ. Гори, гори, ясно. Напрасно. Сейчас заперли их там. Их находчивость. Тихо, не тараньтесь. Не толкайтесь. Так, можно просто вот посюда, ну, там. Помочь надо. Все. Сдайтесь! Так, я опять все пошел. Наверх нам надо. Атака по области, но я даже. Что у нас не исчезает? Подсказка это. Как это мод. Нравится? Как там быстро выдыхается от этого атаки. Здесь сжечь надо это дело. Их убегайте. Здесь вылазит у нас. Война с нами дорого им обошлась. Они не смогли засеять поля. И зимой им пришлось. Забираем. А, нельзя пока забрать, да? Пока мы тут зарубим его. Добила, добивая. Ты можешь выжить! Сдайся! Охранять! Так, это мельница тут. А, эти здесь чужие. Я же не жёг, да? Тихо, тихо, тихо. Ну, нацелься. Примкните к нам! Чё, наверх идти или туда? О, мы что-то вообще пробежали. Рассказы о великих героях высечены в камне. Чтобы хотя нет, все нормально, бежим. Какую цену надо заплатить, чтобы войти в Вальгаллу. Не просто погибнуть в битве, а погибнуть героем. Так, а как туда пройти? Вот они. Давайте зажарим этих. Чего они стоят там? Гори, гори. Сжечь сюда, да. Когда-то долину Валькенхейм покрывали леса. Мы вырубили их еще до прихода викингов. И, к нашему удивлению, нашли древние развалины. Ну, как он таранит? Ух, тут. Ну, так же, как и мужичок. Просто я девушки такого не ждал. А этого бугая ты вылезешь. Да, без проблем. Двое. Надо не увлекаться. Здоровье-то следить надо. А, там меня, блин, свой урон там наносил, что ли?
Ты что ли, блин? Ну, забирай. Это еда для нашего народа. Охранять! The Raider was right. Food was here. Отлично, задача выполнена. Новая задача у нас. И мы идем наверх. Еще не бежим. Ты что, бедолага, тут пляски устроил, что ли? Так, повсюду наши. Там не пройдем. Я пришла не только за едой. Я пришла за Рагнара. Да-да. Так, еще где-то можно один найти. Разрушающий предмет. Тут ничего поджечь нельзя. Надо быть настоящим безумцем, чтобы пировать, пока остальные бойцы сражаются и гибнут. Рагнар был как раз... Да, мы там устроили пожарище. Пируешь там, да? Офигенно. Постучались. Что здесь происходит? Здорово, бугай. Пора тебе отправиться в мир иной. Ты... Сразимся. Или убежишь? Защищайся. За этим. Ну, что, забодаем его. Вау, ты что так быстро выдохлась-то? Там нажми список комбинаций, можно посмотреть, за что там у нас. Список приемов. Уровень славы, режим, ярости, таран. Ну там все знаем вроде. Ну, я протаранил. Ах ты, нет. Заблокировал вас. Ну, эх ты. Шустрый, шустрый. Ну-ка, отойди. Можешь его поджечь. Тут нельзя. Зажарить его, да? Эх. Ох, с колена. Ой, я раз врубил. Аккуратно сейчас надо быть. Отступаем. Иди сюда. И в ответку держи. На, щемится, щемится. Трус, блин, убежал. О, сейчас мельница сгорела. Ух ты, лошадка. Поплыла вперед. А, кстати, это я видал в трейлере. Сейчас она вот догонит. Опа, фига тут. Что, может прям все это убить тут? Офигенно. Управлять можно. А да, можно рубить. Шикарно, шикарно. Такого я не ожидал. А, да. Рагнар! Блин, догоняет нас там. А мы не можем догнать его. Тащит. Он кидает там еще. Бомбы кидает. Еще немножко. Давай. Плотва. О, блин. Чуть не засыпало. Да. Да не уйдешь ты. Рано или поздно мы тебя догоняем. Вот догоняем, догоняем, догоняем. Пошел вон. Пошел вон. А, горим. Ты свои там, ну, поджарь.
Почти. Упс. Было опасно. Стоять тебе. Все. А вот сейчас. Не мы так топоры догонит. Обычно пуля дура. Пуля дура догонит. А тут топор. Походу он красиво умрет. Нельзя пировать, когда другие голодают. Ты и твои воины будете жить так же, как и все. Или ваши трупы сожрут воины. Что за бред? Вы что, похожи на пахарей? Мамы викинги! Так значит, нет? Вальгалла. Да. Да, жестокие, суровые викинги. Ты теперь вождь? На колени. Вы с нами? Мы с вами. Их было не так уж много, но это пока. Все, объединение началось, викингов. И миссия пройдена. Награды, награды пропускаем. Повышение, уровень 11. Сынов битвы становилось все больше. И вскоре во всем Вальхенхейме осталось лишь два вождя. Хольдер и жестокая убийца по имени Сиф. Она держала многих сынов битвы в заложниках. Столкновение было неизбежно. Ну да. Давайте, друзья, остановимся. Продолжим с вами в следующей серии. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал ProGames, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.